Ну что, легенда Дура еле не началась, а вот зомби больше это не очень-то приятно. О, хорошо, сожрал. Грифон? Грифон любитель зомби. Коу. Он прямо да, нормально так. Сегодня. О, гоблин сжёг деревушку. Ну, я так и знал, что он пойдет на меня. А вот и рост. Нет! Это был, блин, герой. Ну, должен он был бы стать героем. Погиб неравно бы. О, пошли уже второго уровня гоблины. Это не Дураелин был на минималке? Это был... Вводи мага, пока его не затыкали. О, нет. Да, мага надо будет уводить. Похоже, пришло время... Нет, не бежать. Тактическое отступление. Уносим ноги. А куда это мой пошел сам без спроса? Взял просто и пошел. Нормально вообще? Короче, когда черный экран, лучше Escape нажимать, потому что иначе иногда считает игра, что ты куда-то нажал, чтобы кого-то вести, а в этот момент ты просто там мышкой... Блин, ну придется так двигаться. Так, когда ну, по крайней мере, у меня Escape. Только такое объяснение от дикости. Угу. Так, исследования у меня идут. А, что с зомбаками? С зомбаками я вроде как могу справиться. Вот этот парниша. Давай-ка возьми вот эту деревушку. Вот опыт... Блин, рисковать или не рисковать? Сколько у него опыта? 8 из 16. Повышение не получит. Не получит повышение. Что ж так не везет-то? Иди лечись. Дорогой Хагва, я сейчас тебя переименую, чтобы было нормальное человеческое имя, а не Хагваукин какой-то. Так, давай отступим сюда, и тут я построю на самом деле еще домик. Все нормально. Так, так, как лечить. Дела на нашем фронте? Так. Плохо. Этот зомби, получи копьем. Вот. Ну, вроде у меня все. Больше а ничего. Шо, кстати, куда... а кому-то возвращать там ход нужно или не нужно? Ой, а куда это гоблин сбежал, который на мосту был? На мосту? Куда-то он сбежал. Да, он он убил кого-то там и... А, он побежал моего мага мочить. А, и умер об него. Вот так атомный... вот произошло. Так, давай все-таки будем помогать нашим. С этой стороны, пока все не стало супер критично. Я думаю, что один снайпер, блин. Какой ужас! Просто я вот отошел, причем из-за света, и тут так, такой позор просто. Да. Ну, грифона можно переименовать зомбоеда. Коу зомбоед. Меня больше всего расстраивает, что дранкели убили моего. Ну да, ну блин, я сам тоже расстроился, когда увидел, что его завалили. Потому что он так круто сражался. Вот. Сейчас, конечно, вот есть у Элир, у Сурва. Вот если он удачно увильнется, да, один опыт, если он просто удачно увильнется, у него уже будет повышение. Причем сожгли же еще и деревню, блин, эту. Спалили родную хату вот. Да, который у меня в горах стоял. О, все, ты под контролем? Да, я, да, ну можно, короче, мне отдавать. Так а ты да, все, ты мне уже отдал, все, я могу ходить. А, хорошо. А мне правильнее поступить вот драконом по-хорошему, мне бы сейчас убить вот этих гоблина, наверное. Ну но... я бы, да. Ну, нужно уводить вообще мне грифон. Ну, я бы перевел бы на деревушку верхнюю вот эту, и оттуда мочканул бы другого.
Я бы троллем отвел в кузницу и долбанул бы гоблина. А мне нужно просто нанять солдат, блин, гоблин. Ну да, гоблинам нужно блядки. Отходить. Дракон может добить этого гоблина рядом, а Грифон просто на север чуть-чуть стоял, чтобы до него никто не добрался. А куда, кстати, Грифон может восстановить? Он, ну, посмотрите, а я еще не хочу. А как далеко Грифон может улететь? Но, наверное, наведите на него, наведите на него, наведите на него, наведите на него. Да, навели. Ну вот, я еще не ходил пока, еще ничего не трогал. Я просто не могу. Он куда-то может аж до крепости долететь, но я не вижу куда, потому что у меня отдалить я не могу. А, ну действительно, кстати. Он почти до крепости долетает. Да, но проблема в том, что до него доходят зомби и прочее. Да, да, да. О, как плохо. Зомби? А зомби там до крепости? Да, ну почти. Ну, типа, ну если я встану рядом с крепостью, зомби дойдет до Грифона. И гоблин доходит до крепости. Да, гоблин. Угу. А Грифон вот буквально на 2000, то есть если там не повезет... Я уверен, с учетом последних вот этих ходов, что случилось с моими юнитами. Ну, честно говоря, я бы рискнул бы. Я бы драконом завел бы на кузню мочить вот этого гоблина глупого, а грифоном на вот этот дом и грызть. Хотя там, да, там рискованно. Ну да, ему только на север немножко отлететь, ему никак не лечиться. А драконом уже добивай вот этого рака. Я могу дракона перевести на южную деревню. Из южной деревни атаковать целого вот этого гоблина, а грифоном атаковать из деревни по гоблину, который побитый. А зомби подойдет. А зомби. Зомби может, да, подойти, кстати. Но в таком случае я могу его гоблином попробовать убить. О, троллем можно. С троллем. Но тогда у меня тролль задержится на некоторое время и не сможет солдат докупить, которые мне очень нужны. Ну, сейчас в любом случае я в город уже зашел, так что я точно куплю воинов. Поэтому можно ход, в принципе, задержаться. Ладно, давайте тогда задержимся. Я тем более зомби убил. Он ушел. Да. Только бы у меня не убили грифончика моего. Ну, да, тут. А он уже пошли, гоблины, эти самые. Хихик, кстати. Погиб. Нормально. Грифон погиб? Нет, нет, погиб гоблин. Гоблин погиб. Ага. Целый, который был у меня там. Да. У меня вот вопрос, атаковать ли мне грифоном гоблина? Подсчет урона. Какой у меня шанс остаться невредимым? 74%. Но при этом у меня шанс нанести сколько? 9 урона гоблину большой. 75%. Ну, давай. Давай попробуем. Да, никто уже... не заходит. Есть, есть, есть. Все хорошо, замечательно. Да. Я убил всех гоблинов. Повезло. Повезло. Вот повезло бы лучше с мне с крестьянином, а? Да, он был бы хорош. Да. Сейчас тебе с крестьянинами всеми не повезло, кстати. О-о-о, знаете, что я наблюдаю? Я наблюдаю за водилов. Ну да. Это больно. Хороводом они бегут. А, кстати, волшебника можешь попробовать добить гоблина на мостике, чтобы спасти крестьянина. Можно попробовать. Сейчас посмотрю, правда. Сколько? 40% шанс остаться невредимым, но урон 20. Ну, 25-60. Ну, в любом случае, я его убью, наверное, если попаду. Угу. Давайте попробуем. Нормально. Да. Жалко, исследование придется восстановить, а то мне доход упал, потому что мне целых две деревни разрушили. Ну ничего, это все поправимо. У тебя большой прирост, у тебя самая сильная армия. Ну. За счет грифона и за счет дракона. Ну, похилилась бы еще эта армия, не хоть немножко. Дракон-то целый в целом, у него 51 хп целый. Ну да. Ладно, конец хода. Сурф? Угу. Сурф. Беспесен, если у тебя такие перебои с энергией, тебе стоит о бесперебойнике подумать.
А интернет? Да, это только сегодня. Это только сегодня. Такая, это только сегодня такая работа случилась. Там нормально. Так, повезло. Зомби убили, это хорошо. Этот, к сожалению, не вырастет. Айник. Имя классное у него. Айник. Вот этот Элир, вообще один опыта не хватает и один здоровье у него. Ну, очень боюсь, честно говоря, его использовать. Блин. Тебе драконам надо как-то возвращаться. А по-любому тебе придется вот этого у нога валить драконом. Угу. Ну, наконец-то. Нормально. Так, теперь Айник этот хоть может куда-то отойти. Ну, ты знаешь, я бы им бы рискнул бы валить зомби. Встать на деревушку и валить зомби. Потому что и он не может никуда отойти, чтобы зомби его не достали, да? А не может в лес. Может. В лес, да. Значит, не хочу потерять неразумно. Убегай в лес, значит. За дровами. Вот в этот дальний лес, который чуть повыше. Элиром. Ну а Айник пусть бьет зомби. Волшебник может в город отойти, полечиться или бить зомбака. В принципе, ему лучше в город отойти, полечиться. И смотреть, что там внизу. Волшебника в город? Ну да. Он не дойдет, к сожалению. Не в город, а тут, ну, село есть, вот, в смысле, домик. До которого он доходит. В нижний домик, видишь? Я куплю себе армию, надо будет подготовить силы и выбить. Нам с тобой попытаться. Матами. Выбить воина смерти и этого ветерана. Которые в замках стоят. Можно будет туда поставить, например, я могу каких-нибудь... Ну, того же дракона, например, поставить с кем-нибудь еще. Ну да. Они там просто будут стоять, отлавливать всю вот эту шушуру, которая идет, чтобы меньше напряжения было у нас по фронтам. Блин, может мне магом попробовать зомби убить? Да, как я бы себя. Зомби все-таки бил бы айником на повышение. Тебе надо двух... крестьян повысить. Вот. И это единственный шанс как-то выровнять ситуацию здесь. Ну, ты предлагаешь оставить одного крестьянина против четырех зомби. Ну, смотри, эти зомби, они смогут, только один сможет атаковать. Ну, то есть, только два зомби смогут атаковать. Если они промажут хотя бы раз, то крестьянин получит повышение. Вот. Вот этим крестьянинам недобитым, да, вот в тылы уйти. А волшебника по-любому полечить нужно, потому что, ну, дальше будет более жесткий бой. Не знаю, мой выживет. Так, еще кто-то остался? Нет, все, заканчиваем. Блин, вот это плохо. Итак. Ну а что у Флайдена? Этим самым нужно по-любому убегать. Волшебником. В универ и добить вот этого гоблина недобитого. Только предлагаю не уводить этого... гнома, потому что тогда доберутся до мага. Угу. Ну, значит, тебе нужно подождать, Флайден, пока я вербану сейчас войска. Как только у меня появятся войска, я поведу сюда к тебе на помощь, чтобы лидер смог твой вернуться тоже в замок и взять войска. Я, по-моему, из всех ближе всего к замку сейчас. Вот. И получается...
Тебе нужно тогда идти в эту крепость и бить гоблинов, держать вот эту сторону. Эти гоблины не доходят до твоего волшебника, это нормально. Так, мой босс, что он куда? В вот эту крепость, которую ты поставил на бережку, бей какого-то гоблина. Какого-нибудь, ну, скажем, этого. Хорошо. Нормально идет. А, вот в поле, который у тебя Грюговиник, его бы я повел бы в Академию. Потому что вот этот зомби из леса, он может добраться до Академии. Ну или валить вот это как раз того, кто в лесу. Хотя неудобная позиция, я не думаю, что в этот раз тебе повезет. Они до мага могут добраться, ребята. Вы не видите, да? Кто? Зомби? Гоблины. Гоблины. А, да, могут добраться. И зомби. При желании. Могут добраться, к сожалению. Надо мага защищать, да. Для этого надо кого-то посадить. Значит, Грюнвика в эту самую... Грюнвика, в кузню. В кузню. Но маг тоже прокачанный, но он покоцанный. Его убить могут за один. В общем, Грюнвика в кузню, а вот этого дура Елена, его легенда только началась, перевести ближе к магу. Я не могу с этих имен. Дураелин в крепость чуть повыше, то есть еще раз отступить на одну. Узи, привет. Нет, не сюжетка, это. Так, Дураелин, он уходит. На выжимание. Куда? Грюнвик вот в кузню уходит. Грюнвик, я понял, понял. С первого раза уже понял. Да, а Дураелин вот повыше деревушка, которая рядом с магом через лесок. Рядом с магом. Ну ладно. Все, так всё. Мага не должны достать уже. Не, да. Ну... Да, нормально. Зомби-то мага вряд... А, хотя, блин, нет. Все, мага, равно... магу только один этот самый Аваш угрожает, и все. Но я думаю, скорее всего, он переживет эту угрозу. Дураелин. Дураелин, держись. Спрашивают, за какой цвет кто играет. Это Дэн, он играет за фиолетовых. Я играю за зеленых. Атомный красный. А? И рыцарь за синих. Да. Ладно, у меня все закончилось, конец хода. Так, о, зомби, молодцы. Зомби дохнут хорошо. Все пока получается легко. Ну, а тут просто на одного зомби больше стало. Дракона пора будет уже уводить. Смотрите, там поменялся тип юнитов. Да, он со всех сторон пошли, видишь? Ужас. Да-да-да. Но смотри, видишь, тут поменялся тип юнитов, а у зомби их просто стало... А нет, появился новый, появился бездушный. У него 28 хп, а не 18. И что у него там? И при этом у нас вообще ни хрена еще нет. Мы все еще крестьянами, бляха-муха, сражаемся. Как этот дошел туда, я не понимаю. А этот самый ушел, мага, и, наверное, открыл путь. А где мой крестьянин? Сожрали его, что ли, в деревне? Дракона нужно уводить срочно. Сурв. Ой-ё-моё. Потому что он в окружении сейчас, его нужно как-то раздеблокировать. Так, отлично, я добрался. Все. Все слишком плохо. Тяжко. Все будет сейчас хорошо. Да ну, уже ночь. Ничего. Так, о, какой там. Бронированный. Еще крестьянина, да? Еще больше крестьян. Угу. Главное, на нежить их не слить, а то... Так, а у меня... Я не могу никому подойти, пока помочь. Я так понял, Сурв, к тебе нужно будет, да, двигаться сейчас на помощь? Хорошо, я выдвигаюсь. Так, дипломатия. Я хочу с эльфами договариваться. Помочь союзнику в исследованиях. Пожертвовать ресурсы. А, вот, через дипломатию можно передать 20 золотых другому игроку. О, понял, прикольно.
Все, так, я пошел исследовать дипломатии, что у меня с волшебниками. Так, эти волшебники стоят, двигаться не могут. Селяне, ну, с селянами все нормально. Вот у нас у атомного только хорошо сейчас все. Ага. У меня из юнитов остались только три, фактически, вот этих вот, которые мне наверху пытаются сбежать от толпы нежити. У меня и Сова тоже три юнита. Да, это уже. Так, помогать просто. Нужно против зомби, наверное, да? Тогда хорошо, идем сюда. Сторон надо. Мне кажется, мы скоро откиснем. Не, все нормально будет. Главное верить в себя. Вот знаете, по углям никто не ходил никогда. Нет. Есть. Так, нет. Этот зомби раскис. Все. Я уверен в себе. Вот важно ходить и кричать «Я уверен в себе», и все будет хорошо. В начале нашего стрима ты был весьма уверен в себе. Ну, не всегда работает, но в большинстве случаев. Видите, пока все хорошо. Я, наверное, зайду сейчас в кузню. А, не надо кузню брать, там туда как раз гном может отойти. Нормально будет. Так, ну что, мне нужны денежки. Значит, крестьяне, давайте, собирайте. Деньги, волшебник. Ну тут один этот самый зомби мне мешает. Давай его бить. Нормально. Если что, палочкой добьет. Все, у меня больше никого нету, да? Все остальные. Как же мне тяжко сейчас будет. Да, нормально. Так, я, наверное, сейчас сохранюсь. У нас 11-й ход уже. Так. А значит, задача до 25-го продержаться, да. 11. Ну, мы можем и победить здесь даже. Ну, то есть, раньше 25-го ухода всех перебить. Нам звездец. Ой-ой-ой, что же мне делать-то? Ну, отлетай драконом дальше, назад. Вот у тебя есть... Смотрите, мне вот магом как лучше поступить? Мне, наверное, атаковать зомби вот этого недобитого. Тебе нужно деблокируй Сурва. Да. Я понял, тогда атакую зомби, который, наверное... В горящей деревне, да. Но с другой стороны, там гоблин подходит. Да ты сможешь, ну, хотя бы как-то выбраться, ты можешь пройти... В любом случае нужно Сурва вытащить. Ну да, у меня 41 монета, я не могу даже ее потратить. У зомби 25 урона, поэтому я Сурва-то 100% деблокирую. Угу. Но я смогу убить только одного, к сожалению. Ну да. Ну ладно, как бы что есть. Да, Сурва выберется, Сурв выбьет вот того зомби с малыми хп своим крестьянином. Ну, то есть мне убить кого? Тебе сейчас убивать вот этого в городе, который. Ну, в сожженной деревушке, да. Все, да, убиваю. О, все. Теперь вход Сурва, у него есть крестьянин в селе. Вот в этом поселке крестьянин сможет добить еще одного ходячего трупа. Может, даже повышение заработает. Навряд ли, конечно, но все может быть. И дракон как раз может отойти, ну, либо к деревушке, либо куда-нибудь вот сюда, в село. Вот. А волшебник, ну, либо в деревушку, как-то на себя удар ему надо принять. Слишком мало хп у меня у дракона, я лучше его отведу, отхилю потом. Угу. Дракону в деревушку. Ой, не в деревушку, в этот, в университет. Да, учиться. Да, да. Учиться. А куда так, может, ну, кстати... На следующем ходу я буду закупать все. Я грифона уже в деревню завел, все, у меня конец хода. А, хорошо. Я уже закупился как раз, так что подкрепление идет. Можно немного даже отступить от позиций, потому что, ну, сейчас сможем что-то отбиваться. О, нужно, чтобы у Сурва выжил этот... О, второй уровень. Да, у него второй уровень. Нет, одного хп. Опять одного не хватает. Да, вот не хватает постоянно одного, это... Но... Прямо. Одного я уже потерял такого. И этого, скорее всего, тоже потерял. Все, да, скорее, улетай скорее, да. Видите, там заводила идет. Он его добьет сейчас. Угу. По закону подлости. Ты айником добей вот этого зомби, у которого мало здоровья. Причем, помните, айник в деревушке, который возле болота. У тебя стоит.
А почему помните, у меня ведь вот этот крестьянин со вторым уровнем, у него ведь полные хп были, то есть ему вот просто вообще не повезло. По нему все три раза попали, если не четыре. О. Тоже один хп, ну если уклониться от атаки, все будет нормально. Драконам, ну, наверное, в деревушку уходить. А волшебникам, кстати, Сур, из за леса проверь... зомби в тылу. Заодно проверить, ты можешь что-то на руинах строить? Или можно драконам подойти в лес и волшебникам рядом с лесом убить одного зомби, если не добить. Очистить землю, да, возможно, но придется очищать сначала. А, сначала да. Очистить, я понял. А ты, общем, если у тебя айник без дела, то сразу и очищай. Если айник может сейчас работать, то сразу пусть и поработает. Я в следующем ходу потеряю еще 4 монеты дохода. Хорошо, трупы не надо убирать. У меня в следующем ходу заводила займет деревню мою в горную. Волшебникам либо вниз помочь своему крестьянину убить вот этого зомбака, ну либо помогать вот в лесу добивать вот этих зомбаков. Думай. Я, конечно, смогу подойти в следующий раз. Зомбарей со всех сторон. Я уже переживаю даже за пламень, за дракона. Вот поэтому я и говорю, что стоит, наверное, мага в лес вот вверху и бить какого-то из этих зомбаков. Блин. Прекрасно. Прикольно, у меня получается, что фактически у меня сейчас свой ручной командир Сурва есть. Крестьянином нижним, а, ты уже атаковал, да? Я сейчас посмотрел, у меня, оказывается, да. У моего пламени такие же характеристики, как у командира Сурва. Да. Да это просто герой. Волшебник в универе учит что-то? Нет. Пусть учит. Ну, самое сейчас нужен боец. Значит, пусть исследование, да? Угу. Военная идея, так понимаю. Вас не беспокоит то, что волшебника сейчас окружили... Гоблин. Ну, может, и не надо сейчас исследовать, пока подождать. Да. Своим командиром отойти к кузне, ударить по кому-то из гоблина. Да. Вот, а потом сейчас гоблины... Я бы вообще волшебника перевел. Если хочешь, Дэн... Так а зачем его переводить? Сейчас он и похилится здесь, и нормально у него все. Кстати, половину уже опыта до уровня. У меня сейчас гоблины сожгут две деревни. Две каменные, причем я получаю минус 8 дохода, получается. У меня будет плюс 4. Может, мы этого гоблина, что ближе всего к магу. Ладно, пусть этого. Хотя... Можно попытаться удалить там какой-то особо посильнее. Да, мне, конечно, надо было... дракона отвести пораньше, но он бился до последнего, чтобы крестьян, блин, этих. Ладно, пусть. Давай вот это вот. Не оценили щедрость своего... Отлично. Главаря. А волшебника мы... можешь вот этого посредине добивать, и у нас все нормально. Сейчас, ребят, вот мы сейчас говорим, все отлично, а вот вроде бы почистили, да, от вражеских мобов, а вот в следующем ходу подойдут уже свежие гоблинские классные... Юниты второго уровня, зомби уже высокого уровня в следующем ходу придут. Поэтому я и говорю, что у нас тут ГГ уже. Нет, смотрите, у меня уже пошли эти самые латники. Латники зомби будут разваливать хорошо. У меня второй волшебник. Мой основной волшебник вернулся. Сейчас вернулись два дракона и этот самый, и тролль полностью здоровый, и грифон. Вот, все нормально будет. Так, не знаю, Дураелином добить этого? Дураелином? Где у тебя? А он сможет повышение получить? Не знаю. Я бы пошел бы на помощь вниз Сурву вот этого зомбака внизу мочком. Тяжелая ситуация. Просто вверху нам нормально, внизу вот как раз ну нужно немного прикрыть. Зомби, вот. Значит, опытного бить. А он все равно не получит пока повышение. Даже если ты его не убьешь. Ладно, вперед, в чем нет. Ай. Неплохо. Юниты, да? Закончил. Конец.
Не трожь крестьян. Они хорошие. Снесли крепость. Да. Ну? Все-таки они даже крепости. Пец уже. Да. Опа, а вот и все. А кстати, можно знать, ферму могут уничтожать этим самым. Есть! О! Фикси, бля, наконец-то. Дуриэль сломали. Дуриэль, твоя легенда должна продолжаться. Ладно, вот он спас. Дрон должен уходить. О, отлично. А мой варбосс тоже скоро отъедет. О, что это? Вы видите? Житик выпускать ветеранов. Отомстите за меня. Друзья, отомстите за меня. Да. Сурва убили. Я могу отдать вам деньги? Не знаю. Наверное, нет. Несем тяжелый четыре. О, у меня все. Смотрите на моего мага. В лесу, который спрятался. У Сурва там остались какие-то войска. Вот, небольшие. Да, конечно. Не повезло. Умер босс. А можно передавать этого самого бойца, вот интересно, под контроль? Наверное, нет, нельзя. Потому что можно было бы, например, дракона отдать Суру. А он же нанимать бы не смог. Так, что у нас здесь? Ага, здесь мы идем вверх и бьем магией вот этого зомби. Ну, так. Не знаю, проигрышная ситуация. Здесь сейчас у меня повышения еще не будет? Не будет. Ну, давай добиваем. О, я не знаю, может быть, нам не надо было бороться за броды. Ну, можно было чисто крепость стоять. Ну, смотрите, у меня пока все нормально. Ну, а где нам бы, получается, нам пришлось бы строить все наши деревушки вот в этом пятачке маленьком совсем. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. 10 деревень на четверых. Сельское хозяйство, погнали дальше. То есть на каждого там, ну, кому-то 3, кому-то 2 деревни бы досталось, но это по доходу не серьезно. Пошли вниз. Я не буду добивать вот того зомби, у которого мало здоровья осталось. Давайте бить вот этого. Вот так вот ему. По щам. Так, здесь магией работаем. Возможно, была ошибка и делать экономику, может быть, не концентрированной. Или, например, мне уходить далеко на тролле, потому что я мог бы прикупить и помочь Сурву. У меня два... Я защищал половину карты. У меня два повышения. О, хоть у кого-то. Вот, у меня уже есть копейщик и есть лучник. Угу. Так, что у меня с деньгами? 19 монет. Мне тебя это не спасет тоже. Меня это не спасет? Спасет. Так, с той стороны я не могу ничего толком сделать. Я могу, конечно, пойти в атаку. Это будет дерзко. Но я не думаю, что эту дерзость оценят. Зомбаки. Да ладно. Что это за зомби такой? Особо одаренный. Если извини, но я проявлю пессимизм и скажу, нам писец. О, хорошо. Да, конечно, тут это еще пару ходов назад было понятно. Верьте в себя, все будет отлично. Все будет замечательно, все будет зашибись. Кстати, у Дэна ХП ровно на количество ударов одного копейщика. Так. Дэна 21 ХП, копейщик ровно 21 сносит. Ну, у меня с войсками более-менее уже нормально. Так, теперь кто у нас? Я. Я даже, я этим магом, кстати, могу сбежать в деревню вот эту ихнюю. О, смотрите, у нежити уже тоже пошли рубаки. Они очень большой урон наносят.
Но я мага, я не знаю, я этого мага отводить даже не, мне некуда незачем его отводить. Я, наверное, буду до последнего им сражаться. Ну да. Потому что если я его отведу, вся эта толпа сразу же попрется на замки и далее. Ну, вали зомби, наверное. Ну, а может быть тебе как зомби, раз в деревню уйти и из деревни... А, нет. Ну, может, там... Ну, а может гоблина добить вон мелкого? Можно гоблина. Да я могу... Да у меня его на кого угодно, в принципе, ровно хватает, чтобы... Я бы...